Люк, в чем дело? Лея, ты помнишь свою мать? Свою настоящую мать? Немного. Я была маленькой, когда она умерла. Что ты помнишь? Просто какие-то образы, ощущения. Расскажи мне. Она была красивой, доброй, но печальной. Почему ты спрашиваешь? Я не помню своей матери. Я не знал ее. Скажи мне, что тебя беспокоит? Вейдер здесь. Сейчас, на этой планете. Откуда ты знаешь? Я чувствую его присутствие. Он пришел за мной. Он тоже чувствует. Поэтому я должен уйти. Пока я здесь, я подвергаю опасности всех вас. Я встречусь с ним. Зачем? Он мой отец. Твой отец? Это не все. Тебе нелегко будет услышать такое. Если я не вернусь, ты последняя надежда Альянса. Люк, не говори так. У тебя есть сила, какой у меня нет. И никогда не было. Ошибаешься, Лея. У тебя тоже есть эта сила. Ты сможешь ее использовать. Такова моя семья. Мой отец такой. Я такой. И моя сестра тоже. Да, ты моя сестра. Я знала. Думаю, я всегда знала это. Пойми, я должен с ним встретиться. Нет, ты не должен. Уходи отсюда. Если он тебя чувствует, уходи как можно дальше. Я хочу уйти с тобой. Ты останешься. Ты всегда была сильной. Зачем тебе с ним встречаться? В отце осталось добро, я чувствую это. Он не отдаст меня императору. Я спасу его. Я верну его на сторону добра. Хоть попытаюсь.